В этом году бюджетных мест в вузах станет больше. Это касается всех форм подготовки – специалитета, бакалавриата и магистратуры. Такое заявление сделали в Министерстве образования и науки. Больше всего бюджетных мест появится на факультетах, которые готовят специалистов в сфере искусства и культуры, сельского хозяйства, образования, здравоохранения и технологий. В пресс-службе министерства объяснили, что направления выбирались с учетом необходимости рабочих кадров по этим специальностям. Всего в этом году в вузах страны будет почти 496 тысяч бюджетных мест.